Творчество рождается спонтанно, если честно, оно может быть и на улице, и дома, и за рулем, и во время репетиции, то есть это настолько непредсказуемый процесс. Я могу находиться вообще на концерте там классической музыки или какой-то другой, и какая-то тема, она сама приходит, и ты ее уже практически понимаешь и уже видишь в результате. Естественно, это все бегом-бегом, надо собираться и пробовать что-то делать уже вместе. Наша практика показывает, что наши инструменты все как-то так или иначе легли. Тут есть другая сложность, допустим, техническая сложность, потому что очень многие фольклорные инструменты, они ограничены там, в тональности, например. Да? Вот духовые инструменты, они все очень, ну, у них маленькие возможности. А джаз, он же подразумевает вот это хождение по всем звукам, по всем там, каким-то это, таким полутонам. Тут немножко сложно, но в принципе, мне кажется, джаз – это такая музыка, это настолько, это свобода, это полет. Мне кажется, любой инструмент можно как-то, ну вот, приспособить к этому делу. Ну, лично я, например, на своем инструменте, на кобызе, на котором я играю, я себя очень комфортно чувствую, потому что есть такие партии, которые мне легко можно скинуть, и они, ну, я вытягиваю, потому что инструмент позволяет. Диапазон и строй. Thank you.
Вообще, я думаю, что человек, который себя посвятил, допустим, музыке, неважно чему, какому-то виду искусства, он должен до конца верить и до конца быть верным этому делу. Бесконечно любить это дело. Да, бывают такие моменты, когда руки опускаются, и ты думаешь, надо все бросить, это никому не нужно. Бывают моменты, когда ты думаешь о том, что нужно как-то зарабатывать и подстроиться под вот эту волну коммерческую. А потом понимаешь, а нет, все-таки, наверное, я что-то делаю более важное, намного выше, чем просто коммерция. Это все приходит, уходит, и у нас очень много коллег-музыкантов, которые просто для зарабатывания сделали какую-то там команду, программу. Я бы не сказала, что кто-то из нас там разбогател и так далее. То есть, поэтому я верю, что и для меня примерами являются те люди, которые, ну, это множество там американских, мировых музыкантов, российских те же, вот именно музыкантов, которые посвятили всю свою жизнь этому делу, и все-таки в конце можно вот какой-то результат видеть этой работы. Вообще, изначально идея создания какого-то фольклорного коллектива у меня была очень давно, еще когда я училась в школе, потом в консерватории, я все время это вынашивала. Но часто, поездив вот по гастролям, особенно по зарубежным гастролям, я поняла, что чистая этника в аутентичном виде, она все-таки немножко тяжело воспринимается другими народностями, и это понятно. То есть мы можем слушать индийскую музыку, африканскую музыку, там еще какую-то, но она специфична. И этому народу это интереснее, потому что они знают корни, историю, там, у них бабушки, дедушки с этим связаны, да? А для нас немножко, ну так, вроде бы интересно на один раз. И я поняла, что это не совсем то, что я хочу. Я хотела, чтобы наша музыка казахская как-то звучала вот и современно, и профессионально, и в то же время где-то вот по-народному, и вот эту середину искала. Поэтому идея была вот именно такая, чтобы побольше вот ее за пределы нашей страны как-то вынести. А фишка, я думаю, все-таки в том, что мы стараемся не снимать что-то, а именно что-то свое создать. Конечно, у нас очень много народных произведений, которые 100 раз были переиграны, но в нашей подаче они подаются именно вот в нашем прочтении, в нашем понимании, и мы в это вкладываем все свои силы. Я думаю, что у нас есть прямая связь с предками, потому что мы все время копаем что-то старое для нового материала, и вот это старое все равно нам о чем-то напоминает. Ну, о тех же наших там горах, природе. И потом это какие-то колыбельные, которые мы от своих бабушек слышали в раннем детстве. Это какие-то мотивы, которые буквально на генетическом уровне остаются, и где-то они тебя вот туда-назад выбрасывают. Но я думаю, что это большая все-таки связь между прошлым и между будущим. Вот мы как связующее звено.
Вообще я люблю все народные инструменты. Я, видимо, сама исполнитель на народном инструменте, поэтому я с большим интересом всегда смотрю и слушаю. И каждый народный инструмент уникален. И, конечно, они сильно отличаются. Допустим, какие-то есть такие певучие инструменты, какие-то грустные инструменты. Они все вот ассоциируются с чем-то у меня. Есть, наоборот, такие очень боевые, такие вот очень, скажем, ну, с таким активным, с каким-то призывом, да, инструмент. Ну, все инструменты прекрасны на самом деле. В музыке важно все. И ритм, естественно, который задает вот это сердцебиение, и гармония, особенно в джазовой музыке, потому что в народной музыке там специфичные гармонии, там может быть их две, на которых все построено, а в джазовой, конечно, большая палитра гармоний. Ну и все, здесь и душа, и звукоизвлечение, каждый нюанс, тут все очень важно. Мы очень часто думаем вообще, как же будет развиваться, какая же сейчас тенденция, что слушает молодежь. Но практика показывает, что все-таки выстреливает, скажем так, да, то, что выходит вот из глубины души. На самом деле это может быть все, что угодно. Это может быть настолько непонятное направление, настолько немодное, но оно может так цеплять и может собирать там армии поклонников только потому, что это из глубины души и это искренняя музыка. Я думаю, что молодым музыкантам нужно очень много слушать разной музыки. Я сама, когда была в поисках, вот еще эта команда не создалась, и до этого, когда я думала, что бы сделать, я очень много музыки слушала, и она была действительно разная. Это было от совсем простой там попсовой музыки до очень сложной классики.
И я ходила, я искала. Я думаю, что это очень полезно, потому что это вырабатывает какой-то свой вкус, свой стиль, свое какое-то понимание, свой язык. И думаю, нужно пробовать все-таки. Потому что я тоже пробовала с разными людьми. Я всегда неугомонно приходила и говорила, а давайте чем попробуем. Даже роковые у меня были музыканты, которым я говорила, давайте попробуем. Да, мы попробовали, да, я поняла, что это не совсем мое. Ну, то есть постоянный поиск должен быть.